Всем доброго времени суток, с вами Кононова Аня, и это проект Фаберлик Онлайн, и я хочу немножечко вам сегодня рассказать про VIP-новиночки. Итак, первое, конечно же, это не VIP-новинка, но это мне пришло в подарок. Две таких вот шоколадки, два таких вот, кстати, на выбор, да, мы выбирали, какой хотим шоколад, мы выбирали, какие хотим батончики, и все, кто делал 50 баллов, получили вот такую красоту. Да, то есть я выбрала перлота с грибами, две шоколадки с клубникой и фундуком и злаковый батончик мюсли, банан, амарант. И все это, ребята, за 1 рубль. Классно, супер, я довольна. Ну что ж, и поехали с вами. У нас с вами вышла новая новинка. Про нее, конечно же, есть очень хорошая такая вот аннотация на ютубе уже. И вот это вот как раз линейка. Так, ребят, в общем, смотрите, я сейчас поискала ее на ютубе. На ютубе ее, к сожалению, еще пока что нету на ТВ Фаберлик, но она уже есть в объявлениях, что они вот скоро будут рассказывать, скоро будут говорить, и я попутала о том, что этот прямой эфир уже был. И я думаю, почему еще я не посмотрела? Почему я не посмотрела? А не посмотрела по той простой причине, что его еще не было. Итак, значит, это крем для тела. Идет далее крем против пигментации для лица и рук, крем для лица с фитоэкстрагенами и крем лифтинг для век. Давайте же начнем с того, что вся эта линейка для тех, кто уже в период менопаузы и так далее, вот этот крем против пигментации, крем с фитоэстрогенами и так далее, да, значит, кремушек очень такой маленький, хорошенький, 15 мл, в принципе, стандартно, да, что он делает? Уменьшает провисание кожи, выраженность морщин, повышает эластичность кожи, противодействует накоплению в коже токсичных маркеров старения, нормализует гидролипидный баланс, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты в коже, осветляет кожу, усиливает барьерную функцию кожи. Ну и способ применения наносим ежедневно, утром или вечером, или легкими массажными движениями в область вокруг глаз. То есть ничего такого особенного, да, то есть просто будем молодеть с этим кремом. Да, давайте его посмотрим. Ну, очень такой приятненький, очень такой хорошенький, слегка чуть-чуть. Вот если под глазики его наносить, то он слегка чуть-чуть охлаждает. Ну и возраст, я так понимаю, не больше, чем 40+, и не меньше, вернее. И самое интересное, у него вообще нет никакого запаха. Я пока что запах не ощутила. Ну да, есть какой-то немножечко, но он до такой степени невесомый, что очень сложно его разобрать. В общем-то, впитывается быстро, не оставляет липкости, потому что я его уже с утра нанесла, мне было интересно попробовать. Да, вот этот вот крем-лифтинг для век. Ну, конечно, с первого раза я увидела просто, что да, кожа увлажнена, кожа хорошо, но как бы раздражение глаз, ничего такого нету. Ну, я так понимаю, он еще и гипоаллергенный. Впитывается он до такой степени отлично, что уже через 5 минут вы можете легко начинать делать макияж, и у вас не будет проблем ни с жирными, да, следами, ни с эффектом пандочки, ни со скатанными тенями и так далее. Далее, крем для лица с фитоэстрогенами. Очень интересная штука, как вы видите. Значит, для чего он идет? Это насыщенная ламеллярная эмульсия с комплексом фитоэстрогенов и пептидами, создана для кожи в период гормонального старения. Действительно, как бы не хотелось об этом говорить, но старение — это такая штука, что за ним нужно следить в 2 раза интенсивнее. Да? Стимулирует синтез коллагена, укрепляет дерму, увеличивает прочность дермоэпидерального соединения, нормализует гидролипидный баланс, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, повышает эластичность кожи, способствует клеточному обновлению, усиливает барьерную функцию кожи. Тоже отличная такая штука, артикул 0586. Ну что могу сказать я про него? Давайте вместе открывать. Я могу сказать только одно. Могу показать вам консистенцию. Нравится она вам, не нравится, да, такая водянистая, приятная, но не очень-то водянистая, но и не как мазь, такая золотая серединочка, чувствуется, что и питает, и увлажняет, и, в принципе, и разглаживает, и здорово, да. Запаха тоже практически нету никакого. Конечно же, я это буду отдавать маме, мама будет это смотреть уже, что к чему. Далее, такой вот крем против пигментации. Понятно, что я еще не знаю, помогает он от пигментации или нет. Содержит комбинацию натуральных активных веществ, способствующих осветлению пигментных пятен как на поверхности,
так и в глубоких слоях кожи, способствует восстановлению кожи, стимулирует выработку гиалуроновой кислоты в коже, способствует клеточному обновлению, усиливает барьерную функцию кожи. Он тоже идет с комфортной текстурой, создан для коррекции пигментации кожи в период гормонального старения. То есть тут все для периода гормонального старения. Кремчик. Так, давайте, тут вот я его еще не наносила. Ой, такой легкий, приятный. Угу. Ну, мне нравится, прям такой скользящий, клевенький. У меня была как-то пигментация над губой. Я думала, сколько лет она была, я думала, мне уже ее не победить. Но вот в этом году я мазалась SPF 50, и она у меня не вылезла, слава богу. Вот. Далее. Крем для тела с технологией Deo Fresh. Очень интересно, что это за технология. Легкий освежающий крем для тела с уникальной технологией. Все-таки я ощущаю какой-то, даже не знаю, вот напоминает мне немножечко герань, да, привкус. Не чистую, но что-то вот есть от герани аромат, но он до такой степени еле уловимый, что вот я только-только сейчас вот его немножечко унюхала. А, значит, артикул 0595. Он действительно так легко охлаждает тело. Я его уже, да, попробовала, как вы понимаете, легко так охлаждает тело. И идет с уникальной технологией, которая создана специально для кожи в период гормонального старения. Блокирует возрастные запахи тела, увлажняет, питает кожу, усиливает барьерную функцию кожи, дарит чувство уверенности в любой ситуации. Ну, это значит, что им можно после душа его нанести и не переживать, что вот возрастные запахи тела будут беспокоить окружающих. Мне кажется, это здорово. Обычный такой вот крем. Он, кстати, наносится, растирается как маська. Да? То есть, видите, его надо долго-долго-долго втирать, как маська идет. Да, красиво меня так загореть. Я на камеру вся черная, хотя я пряталась от солнца как могла. Очень приятный крем, честно вам скажу. Мне понравился. Вот, впитывается тоже быстро, хорошо. Что понравилось, не оставляет ощущения липкости, даже толстый слой, если вы нанесете. То есть я прям основательно их попробовала и могу сказать, что на первое впечатление идеально, мне понравилось. Вот, конечно, спасибо компании Faberlic за такую огромную гору таких вот новиночек. Далее, очень меня удивил вот этот вот продукт. Ростки перетертой пшеницы. Мы его навели просто в горячей воде, хотя его можно пить как захочется. Значит, он идет порошок из ростков пшеницы. Состав ростки пшеницы сушеные молотые. То есть больше ничего тут нету. Далее, значит, способ применения. Одну чайную ложку размешать в стакане воды, супа, коктейля или любого другого напитка. Одна чайная ложка, 200 мл воды, супа или коктейля. То есть и все, и можете пить. Но не написано, что он должен быть горячим. Я, скорее всего, зря его заварила. Ну, в смысле, не заварила, а залила горячей водичкой. Наверное, зря. Артикул 157-68. Значит, это у нас с вами идет уникальный суперфуд, изготовленный из молодых ростков пшеницы, прошедших щадящую сушку и молотых в порошок. Так, не могу открыть из-за того, что руки в креме. Представляете, да? Значит, молотые ростки пшеницы имеют приятный сладковатый вкус и насыщенный аромат свежей травы. Витграсс является незаменимым источником клетчатки, хлорофилла. Ну, ух ты, какой интересный. Ну, такой, да, приятная такая трава. Белков, витаминов, минеральных веществ. Значит, является кладезем таких витаминов, как А, В, С, Д, Е и минералов железа, магния, кальция, фосфора и калия. Содержит 19 аминокислот и 20 из 21 возможной. То есть прям вообще круто. Выводит из организма токсины и тяжелые металлы. Идеальный источник хлорофилла, витаминов и минералов. Улучшает пищеварение и работу печени. Нормализует уровень сахара. Идеальный смузи ингредиент, улучшает состояние кожи, волос, зубов, очищает кожу и замедляет процесс старения и ускоряет обмен веществ. В принципе, вот ускорение обмена веществ мне тут нравится больше всего. Да, такая вот штука. Если вы следите за фигурой и предпочитаете экологически чистые продукты или просто хотите сохранить молодость и здоровье на долгие годы, Витграсс, ростки пшеницы молотые, займет достойное место в вашем рационе. Вот такая вот
субстанция. Мне кажется, ее можно добавлять не только в, получается, суп-коктейль, можно и в салат. И, в общем, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Я просто разбавила чуть горячеватой водичкой. На самом деле, это действительно очень приятная травка. Прям реально приятная, очень классно пьется. Ну и следующий мой восторг. Очень удивили, это, конечно, шелуха подорожника. Тут идет 30 порций, он называется псиллиум или шелуха подорожника, или испокол. Это не то знакомое нам с детства растение, а его благородные родственники из индийского штата Гуджарат. Сегодня псиллиум ценят за рекордное содержание клетчатки для очищения организма и борьбы с лишним весом, а также как основу для безглютеновой диеты. Вот вы знаете, что я подумала? Столько сейчас всего компания выпускает. Пока стакан того, стакан этого, стакан третьего, стакан коктейля, да, то есть шоколадки без сахара, пока ты покушаешь там кашу, перлотта, просто некогда есть что-то из магазина, просто в желудке места не хватит на нормальную, обычную, привычную нам еду, например, ну, я не знаю, там гречка с гуляшом, да, там или борщик. Да, псиллиум на 85% состоит из клетчатки, большая часть которой является растворимой. При добавлении воды шелуха подорожника превращается в киселеобразную массу, которая мягко обволакивает стенки желудка и кишечника. Ну, сейчас будем прям смотреть, да? Ну, где-то минут 5 точно прошло, как я вот добавила. Так, значит, она не только помогает заживлению микротравм желудочно-кишечного тракта, но и препятствует усвоению жиров и способствует очищению организма и является прекрасной средой для роста полезной микрофлоры. Угу. Очень-очень интересно. Сейчас посмотрим еще с вами сухой вид. Значит, псиллиум создает ощущение сытости, на продолжительное время. Угу. Я думаю, хорошо тут видно. Да, давайте вот так сфокусируем. И он, значит, получается, вместе с ярко выраженными очищающими свойствами, это качество позволяет использовать его в программах по снижению веса. Одно из самых важных свойств псиллиума – его способность заменять глютен в выпечке. Ну, вообще отлично. Идеальный источник растворимой клетчатки, способствует очищению кишечника от шлаков и токсинов, является благоприятной средой для роста полезной микрофлоры, можно использовать в выпечке. Страна происхождения сырья – Индия. А в упаковке 30 порций по 5 грамм. Срок годности 24 месяца с даты, указанной на упаковке. То есть срок вообще маленький. Так, ну что ж, давайте будем смотреть, что это за штучка у нас тут, да, такая получилась. Да, вот смотрим, оно превратилось в желе. Такое очень интересное, да. То есть состав у него просто шелуха подорожника чистейший получается. Серия идет Wellness, 150 грамм в пакетике. И, как написано, одну столовую ложку, 5 грамм, нужно размешать в стакане воды, йогурта или любого другого напитка и принимать один раз в день. Можно использовать даже в выпечке, да, как мы с вами поняли. Очень такая интересная штукенция. Так, если увеличить, да, то есть вот видите, как будто желатин, да, как будто вот... Да, прикольно, конечно. Ну, что могу сказать, абсолютно безвкусная штука. Никакого привкуса я вообще не почувствовала. Оно блюдо не испортит и не сделает его с каким-либо другим привкусом. Очень даже интересно, если вот это вот как-то вот зеленая травка, да, мне показалось очень вкусно, приятно, то вот это вот прям абсолютно обычная вещь без... В общем, куда бы вы его ни положили, единственное свойство, которое может поменять, да, продукт по консистенции, это то, что он как-то вот получается, превращается немножечко в желе. Да, то есть абсолютно вкуса никакого нет. Далее у нас с вами идут книжки. Первая, как общаться с ребенком. Ну, вернее, первая, потому что она у меня тут лежит. Очень мне нравятся новые книжки тем, что они всегда хорошо читаются, да. Уроки общения, письма о подростке. Вот. И Юлия Борисовна, один из самых известных в России детских психологов, автор бестселлеров «Общаться с ребенком как?» и «Продолжаем общаться с ребенком так?». В книге о воспитании ребенка беседы и ответы на вопросы, собранные самые острые, актуальные
вопросы родителей, касающиеся учебы, увлечений, друзей и всего, что окружает ребенка. И как раз в диалогах с родителями и детьми на конкретных примерах показывают, как разрешать уже случившиеся конфликты и как их предугадывать, как общаться с детьми в сложном подростковом возрасте или отучить малыша командовать всеми, как сформировать правильный подход к воспитанию и многое другое. В общем, огромный практический опыт автора, реальные случаи из жизни делают эту книгу незаменимым помощником для всех мам и пап. Интересная, конечно, книга. Будем читать, будем смотреть, хотя у меня у одной дочки диагноз, как вы знаете, да, а у второй дочки получается уже 20 с лишним лет, но, может быть, эта книга мне поможет стать еще ближе к моему малышу. Будем надеяться. Итак, «Материнская любовь». Следующая книга, прям такое громкое название. Тема избыточной материнской любви имеет глобальный характер. Это, наверное, про меня, потому что я так боюсь вечно за своих детей, так их сильно опекаю, что просто кошмар. А только у одних народов она проявляется слабее, а у других сильнее. Она присутствует и порождает многие проблемы во всем мире. От мелких семейных неурядиц и разводов до гибели детей и сложных социальных проблем и войн. Вот спектр ситуаций, где главной причиной является избыточная материнская любовь. Не спешите отрицать, прочитайте, подумайте, понаблюдайте за жизнью, и вы наверняка согласитесь со мной и сами найдете множество подтверждений этому. Ну, в общем, буду читать. Интересно, интересно послушать мнение человека. Далее, «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка». Тоже очень интересное название, кричащее прям. Да, книжечки, как вы видите, не толстенькие, да, все примерно на 300-250 страничек. Так, значит, далее. «Все мы родом из детства», писал один известный французский писатель и летчик. «Однако, прежде чем достичь самостоятельности, мы едва ли сможем обойтись без взрослых». В своей новой книге Людмила Петрановская основывалась на научной теории, привязанной далеко, теории привязанности, легко и доступно рассказывает о роли родителей на пути к взрослению, как зависимость и беспомощность превращаются в зрелость, как наши любовь и забота год за годом формируют в ребенке тайную опору, на которой, как на стержне, держится его личность. Очень интересно. Прочитав эту книгу, вы не только можете увидеть, что на самом деле стоит за детскими капризами, избалованностью, агрессией, вредным характером, но и понять, в чем помочь ребенку, чтобы он рос и развивался, не тратя силы на борьбу за вашу любовь. Шикарно. Хочу почитать. Очень хочу почитать. Далее, «Если с ребенком трудно». Еще одна такая душещипательная книга. Да, пора становиться хорошими родителями, нам компания Faberlic говорит. Итак, описание. «Дети не слушаются своих родителей. Столько стоит этот мир в попытках научить нерадивое чадо. Как надо себя вести? Ответственные родители вооружаются новейшими психологическими приемчиками, разрушают современные техники видения сидения на гречке, а дети в ответ лишь становятся все более раздражительными и непослушными. Что же нам мешает в отношениях с ребенком, а ему мешает вести себя лучше?» Новая книга Людмилы Петрановской будет полезна родителям, отчаявшимся найти общий язык с детьми. Мы можем научиться ориентироваться в сложных ситуациях, решать конфликты и достойно выходить из них. Книга поможет сохранить терпение, восстановить понимание и мир в семье. Ну, вообще, будем читать. А вдруг пригодится мне эти знания? Интересно очень, да. Следующая новинка с очень интересным названием — «Товароа. Мужская и женские воды». Значит, женская идет парфюмерная, мужская идет туалетная 100 мл, а женская 50 мл. Очень интересно. Ну, мои первые впечатления, не читая описание, нежный, легкий, прикольный какой-то такой, на лето сойдет, да, то есть не задело меня. Почему? Потому что цветочно-фруктовый мускусный аромат чем-то мне напомнил вот эти вот парфюмы маминой молодости, если честно. Вот, хотя тут очень красивое описание, да, то есть белый чай, гранат, жасмин, и водичка такая легкая и приятная, она мне действительно понравилась. Шлейф у нее прикольный, мне показалось, что она не супер-мега стойкая, она золотая серединка. Что еще хочется сказать, что вот тут есть тот как раз привкус жасмина, который я не люблю. Может, из-за этого я ее
израсходую и больше не буду заказывать, ребят. Вот я, вот кто-то любит очень сильно жасмин, а кто-то вообще жасмин недолюбливает. Вот, далее, так как это пара, то, конечно, мне было интересно попробовать и мужскую туалетную воду. Хотя муж у меня вообще туалетные воды любые, неважно какой компании и так далее, он их вообще очень редко использует. А ему то ли лень, то ли еще что-то, да, я ему на стол и всяко ставила. У него есть полочка с парфюмерными водами, с туалетными водами, но как-то вот не могу его приучить к этому. Но я думаю, это не важно, это не важно. Кто-то любит себя поливать, кто-то любит тактично, а кто-то вообще ему... Без разницы, есть на нем какой-либо аромат приятный или нет. Вот мой муж из таких, ему без разницы. Итак, и вот эта туалетная вода для мужчин 100 мл, она идет как цитрусовый сочный аккорд. И вот вы знаете, вот этот кумкват, шалфей и тархун. Безумно понравилось. Прямо такой сильный, мощный взрывной аромат такого сильного мужчины. Запах резкий, запах грубый, на мой взгляд, да. Если товароа женская, она такая... водичка, да, такая женственная, приятная, то вот тут, я так понимаю, ведет прям мужчина. Да, в этих ароматах ведет мужчина, что мужчина это сила, женщина это нежность, мудрость, да, вот что-то типа такого, вот такая вот пара. Очень мне понравилась мужская. Ну, вот, в принципе, и все. Пока что я не могу сказать, что я прям любительница жасмина, но мне эта вода не противна. Я ее с удовольствием израсходую, но вот, например, Элисар и Жили-Жили, они мне очень понравились, прямо очень понравились. А вот это вот есть-есть, нет-нет, да, то есть таким вот образом. Присутствуют тут какие-то нотки нежности, которые раскрываются позже, они мне очень нравятся. А вот первые ноты, да, получаются, они, вот этот вот жасмин, бьющий в нос, нет, мне не очень. Это не новинки, но на них сейчас акция. Вы покупаете дневной крем-лифтинг, ночной крем-лифтинг с хорошей акцией. Матриджиник 60+, восстановление треугольника красоты. Я считаю, что именно благодаря этим кремам, этой линейке, лицо моей свекрови стало намного-намного моложе. Прямо вот считаю, что это виновники маминой молодости. Все ей делают комплименты, какой она была 5 лет назад и какой она стала сейчас. Видно разницу. Щечки расправились, да, то есть подбородочек, провисания стали намного меньше. Вот, поэтому матриджиник день и ночь прям супер. Вот, единственное, что ночной крем-компресс каскадного действия она использует не всегда каждый день, а вот дневной крем-лифтинг она использует каждый день с утра, потому что вечером она говорит, я устаю, у меня сил нет, но ей 63-й год уже пошел. Вот, имеет право. Далее, не распаковываю даже Шершеля Фам. Прикольная водичка, часто беру ее на отдых, легкая такая, приятная. Мне она нравится. Она такая простая, незатейливая, и когда вот не хочется, да, никаких сложностей в жизни, вот я ей пользуюсь, она мне очень нравится. 31,60 артикул. Супер просто. Женственная, приятная такая вот. Прям вот для девчонок, да. Ну и аромат называется «Ищите женщину» Шершеля Фам.